Ну, вот все, расставились армейцы. Единственный минус – нет праворукого игрока. Зато есть Каменев! Сумасшедший бросок без шансов! Для Коновалова ЦСКА вырывает победу в этой встрече. Таким образом, на этом отрезке ЦСКА со всеми долгами рассчитался, отыгрался. За два поражения от СКА, вернул должок за поражение Локомотиву. И теперь с Динамо тоже рассчитались. Армейцы 3-2 в дополнительное время.